В молодежном пространстве «Этаж» прошло первое заседание лидеров школьного ученического самоуправления Северского района. Выказанное доверие учащимися образовательных учреждений во время прошедших октябрьских выборов потребует от этих ребят максимум самоотдачи и активности в деле реализации программ образовательного, творческого и спортивного направлений. Успешного выполнения поставленных задач лидерам пожелал заместитель главы района Дмитрий Малов. Вы прошли пролог. Теперь начинается самое интересное в вашей жизни. Это реализация тех идей, тех предложений, которые были внесены вами, которые поддержали ученики ваших школ, которые должны быть реализованы. Хотя трудности, я более чем уверен, у вас будет предостаточно на вашем пути. Однако же у вас есть поддержка, у вас есть близкие, есть друзья, есть семья. Есть педагоги, которые вас всегда поддержат, помогут. В торжественной обстановке старшеклассникам вручили удостоверение лидеров школьного ученического самоуправления. Многие из них познакомили участников заседания со своими программами. Кто-то собирается создать аллею выпускников и наладить связи с другими учебными заведениями, а кто-то организовать настоящее школьное радио. Как же классно просыпаться утром, зная, что ты идешь не только сидеть день на учебе, просто на уроках, хотя мы говорим о том, что учеба тоже очень важна, но ты понимаешь, что сегодня у тебя будет просто тысяча классных активных мероприятий, в которых ты либо принимаешь участие, либо проводишь сам. Завершили мероприятие обсуждением основных векторов предстоящей работы. Впереди новые события, интересные уникальные проекты и мероприятия.